Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео будем готовить. Готовить будем с помощью моей новой помощницы. Это мини-печь от компании Jeff Grill. Необычная печь, она сочетает в себе функции 3 в одном. То есть это кофеварка, это гриль и духовка. Первое, что мне очень понравилось, это компактность. Вот только представьте, если бы на кухне вы отдельно разместили кофеварку, гриль и еще духовой шкаф. Это бы заняло у вас, наверное, всю столешницу. Здесь же все 3 в одном, очень вместительно, место занимает не больше, чем микроволновка. В противне я буду готовить мясо с сыром и овощами. Противень смазываю подсолнечным маслом. На лук выкладываю отбитые кусочки мяса. Мясо я посолила, поперчила. Несколько долек помидор. Добавляю немного майонез. И сверху кладу 2 ломтика сыра. Температуру включила 180 градусов и время 15 минут. Как только я включила духовку, у меня сразу же начала нагреваться сковорода-гриль. На сковороде я буду готовить омлет с ветчиной. Добавляю подсолнечное масло, выливаю 3 яйца и ветчину. Все посолю своей любимой сванской солью и одновременно приготовлю для себя кофе. Кстати, здесь можно варить не только кофе, но и очень вкусный травяной чай. Вот это вот кнопка включения кофеварки. Здесь сверху у меня жарится омлет. И печка запекает очень вкусное мясо. Аромат потрясающий, осталось еще 7 минут. Начнем с духовки. Вот такой вот сочный обед. Ничего не подгорело, все великолепно прожарилось. И снимается все тоже очень хорошо. Получилось, кстати, очень сочно. Кофе тоже готово, наливаем его в кружку. И, наконец-то, завтрак, это яичница. Сейчас посмотрим, какой она получилась. Такая вот яичница. Вот такая вот красота. Очень, кстати, она пышная, хорошо пропеклась и очень легко снялась со сковороды. Друзья, на этом у меня сегодня все. Вот таких вот 3 вкусных ароматных блюда я успела приготовить ровно за 15 минут. Смотрите, какие большие порции, хватит на 2-3 человека смело. Мне очень понравилась мини-печь. Сначала я оценила ее компактные размеры, но когда начала готовить, я поняла, что готовит она очень вкусно, быстро и все делает сразу и одновременно. Поэтому ссылочку на эту печь я обязательно оставлю в инфобоксе. Всем рекомендую такую помощницу. Если у вас на кухне есть какая-то техника от компании JF Grill, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Будет интересно почитать ваше мнение, ваши отзывы. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!